Изо дня в день участники президентских состязаний стараются преодолеть новые вершины и доказать, что именно они являются самыми спортивными, ловкими и быстрыми. Спортивное многоборье среди сельских класс команд в СМИ продолжается. Чтобы сделать много отжиманий, надо очень усердно тренироваться и надо, не сдаваться до конца силы. Главное, что ты делаешь и не боишься. Для меня это самое главное. Тут очень тепло и жарко, а у нас сейчас на родине дожди идут. Как будто мы сбежали от дождей. Самый лучший результат отжиманий среди девочек всех класс команд составляет 118 раз. Помимо отжиманий, мальчишки и девчонки соревновались в прыжках в длину, проходили тест на гибкость и подтягивались. У меня 19 подтягиваний. Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы 3 месяца готовились. Ну, 2 раза в неделю мы так готовились, чтобы победить. Бороться, не сдаваться и побеждать! 2 метра 72 сантиметра. Таков лучший результат прыжков в длину на данный момент показал участник состязаний. Но окончательные выводы пока делать рано, ведь у спортсменов еще есть время побить рекорд. Чтобы спортсмен справлялся с этими нагрузками, он не думает об этом, думает, что все получится. Он верит в себя. Спортивное многоборье – один из важнейших этапов президентских состязаний. Поэтому участники с нетерпением ждут окончательных результатов. Мы лучшие! Мы победим!